Картриджи солнечной батареи Made in Алматы начали выпускать в индустриальной зоне. С работой нового предприятия в промышленной зоне ознакомился Аким Баужанбайбек. С конвейеров пока сходит 75 тысяч картриджей в год, но к 2019-му обещает поднять мощности вдвое. Ассортимент тоже впечатляющий, более 150 моделей. Над их созданием трудятся 40 человек, но в будущем при большем производстве рабочих мест станет больше в два раза. Здесь получается мы в Алатауском районе, Наурызбайске, Алатауске, постараться тоже кадры, чтобы здесь набирали. Вот президент как бы всегда говорит, вот город присоединили два района, мы создаем инфраструктуру, привлекаем туризм. Благодаря универсиаде развился Алатауский район и подтянулась вся инфраструктура. Второе, теперь Наурызбайске, да, сделали административный центр, благоустроили, сделали реку Харгалы, все услуги сюда приблизили, да. По принципу полицентричности теперь магазины, сервис, торговые центры, то есть жизнь начинает. И плюс Алатауский – это производство. То есть надо посмотреть, чтобы люди, помимо того, чтобы они могли тратить деньги, покупать, но нужно рабочие места создавать. На сегодня в индустриальной зоне реализуют 40 отечественных и иностранных проектов. Кстати, зарубежные инвесторы активно вкладывают свои капиталы в казахстанское производство. Во время рабочего объезда Аким города также ознакомился с ходом строительства завода по производству кабельно-проводниковой продукции российской компании, китайского завода по выпуску стальных сварных труб, а также нового японского завода, который расширяет производство по выпуску инженерных систем безопасности.